Эти выпускники своего рода уникумы. Они учатся в губернаторском лицее-интернате для одаренных детей. На протяжении многих лет среди школьников Оренбургской области именно здесь самый большой процент медалистов, а также победителей и призеров всероссийских олимпиад. Для них, так же, как и для 10 тысяч выпускников региона, прозвенел последний звонок. Куда уходит детство? В какие города? И где найти нам средства? Одновременно и радостно, и грустно. Радостно, потому что ты вступаешь в новую жизнь, а грустно, наверное, потому что ты расстаешься с теми людьми, которыми прожил уже 2 года, которые стали тебе очень близкими, родными, и, наверное, даже ближе, чем те, с которыми ты учился раньше 9 лет. В 16-й Оренбургской школе, которую окончил министр образования Вячеслав Лабузов, праздник тоже оказался со слезами на глазах. Все позади. И такие веселые маленькие мордашки останутся у меня в памяти. Спокойная и отзывчивая Леночка. Веселушка, хохотушка, Катюшка. Классные руководители готовы были говорить о каждом из своих выпускников. Вот уж учебное заведение, где по-настоящему чувствуется душевная связь между учителями и учениками. И, может быть, поэтому министр Вячеслав Лабузов не стал произносить принятых в таких случаях помпезных речей, а сказал просто, почти по-домашнему. Мне хотелось бы, уважаемые друзья, и выпускники 11 класса, и выпускники класса 9, чтобы вы помнили о том, что вот именно 16-я школа постаралась сделать вас людьми. Чтобы вы помнили ваших преподавателей, которые вкладывают в вас частичку своей души. Я в школе, как говорю всегда детям, очень мало, 30 лет. Ощущения всегда очень эмоциональные. Детям отдаешь часть себя, часть сердца. Лишь бы дети это поняли. Нет сомнений, что этот день полный эмоций запомнится многим ребятам на всю жизнь. И спустя годы, глядя на школьниц в белых бантах, эти девочки наверняка вспомнят, каково это быть выпускницей. Это незабываемое впечатление, переживание, волнуешься и прослезилась немножко тоже. Ну, очень неохота покидать стены школы своей, очень привыкли, любим всех учителей, всех своих одноклассников очень любим. Вас будут поименно вызывать. Пожалуйста, подходите сюда. Пропуск. В жизни выпускника события сменяют друг друга с молниеносной быстротой. Только что отзвенел последний звонок. Начались приготовления к выпускному балу, а между ними – сдача ЕГЭ. Биология, не знаю, понравилась мне наука, такая больше связанная к жизни, приближенная. И вот для поступления мне пригодится. Куда собрался поступать? Поступать в МЧС, Московская академия МЧС. Весь год, то есть 2011 и 2012, ходил на курсы в мединститут. Там хорошо подготовили. На ЕГЭ среди предметов по выбору в лидерах, как и в прошлые годы, обществознание и физика. Обязательными также остались русский язык и математика. По этим дисциплинам установлен минимальный порог баллов. Если его не набираешь, то уходишь из школы со справкой. В 2011-м такая участь постигла 68 человек. Если минимальный порог не преодолен только по одному из основных предметов, то в конце июня выпускнику дается шанс исправить положение. Для тех ребят, которые у нас выбрали, допустим, один и тот же экзамен, сегодня история, ИКТ и биология. Ребенок выбрал и историю, и биологию. Соответственно, он может сегодня сдать экзамен только по одному предмету. Второй предмет ему придется сдавать в резервный день. То ли так совпало, то ли на самом деле практически каждый из выпускников, отдавших предпочтение биологии, потенциальный врач. Потому что, в медакадемию надо поступать, надо биологию сдавать, поэтому и выбрал. 2 года профильного обучения в школе номер 73. Самые лучшие преподаватели, самая лучшая школа, все на высшем уровне, поэтому думаем, что сдадим на большое количество баллов. Мне нравится с людьми общаться, их лечить. Не просто вот зайдешь и как-то вам вот анальгин и все, а поговорить с ними по душам. В течение учебного года выпускники неоднократно подвергали свои знания проверке. Но сейчас, когда остаются считанные минуты до вскрытия конверта, им все равно немного не по себе. Ой, очень волнуюсь, боюсь очень сильно не написать.
Какие вообще есть хорошие приметы, чтобы сдать экзамен, ну, на высшем уровне? Ой, я не знаю, даже учить надо. Самая хорошая примета. В жизни каждого выпускника ЕГЭ – одно из самых главных испытаний. Именно от этого экзамена зависит, сбудутся мечты человека или нет. Поступит он туда, куда хочет, или будет довольствоваться тем, что осталось. Поэтому очень важно, чтобы во время экзамена не было никаких отвлекающих факторов. Так, мы раскрываем конверт. Сумки, телефоны – все подальше. За порядком следит наблюдатель. А оператору разрешено снимать только до того момента, когда выпускники начнут заполнять бланки. Удачи вам, ребята!